Глядя на обновленный Volkswagen Touran, не скажешь, что премьера этой машины состоялась 10 лет назад. Огромный срок. Но согласитесь, выглядит он нисколько не хуже юных конкурентов. Сохранять хорошую форму Таурану помогают частые модернизации. Последняя состоялась год назад. Немцы полностью изменили его переднюю часть. Фейсом он теперь напоминает престижный внедорожник Туарег. Изменилась и корма, новые фонари осовременили приевшийся облик. Кстати, обновленный дизайн позволил не только освежить внешность, но и улучшить аэродинамические характеристики кузова. А вот интерьер изменился мало. Отличить нынешнюю машину от дорестайлинговой сходу сможет разве что разработчик Таурана. В салоне слегка изменилось оформление рулевого колеса. Фиолетовую подсветку приборов сменила белая, а на центральной консоли обосновался новый блок мультимедийной системы. Вот, собственно, и все. Других видимых отличий нет. Но забудем про дизайн. Для компакт-вена куда актуальнее функциональность салона. А с этим у Таурана полный порядок. Тут тебе и столик, и кармашки, и выдвижные ящички. Несмотря на компактные габариты, в салоне разместилось три ряда сидений. Последний, конечно, на взрослых не рассчитан. Пара несложных манипуляций, и в среднем ряду можно организовать два отдельных сиденья. Необходимо перевести крупногабаритную поклажу. Полминуты, и перед вами едва ли не площадка размером с бильярдный стол. Рабочий объем двигателя поначалу может показаться несерьезным. Всего 1,4 литра. Но благодаря наддуву с него удалось снять вполне достойные 140 лошадиных сил. Правда, по ощущениям, табун под капотом все же поменьше. Разгоняется машина немного натужно, словно с частично затянутым ручником. Да и семиступенчатая роботизированная трансмиссия на малых скоростях иной раз переключается не в попад. Управляемость компакт-венов обычно вызывает зевоту, но не в этом случае. В движении Touran практически не отличается от хэтчбека Volkswagen Golf. Здесь такая же быстрая и точная реакция на руление и столь же малые крены. Правда, неровного асфальта машина не любит. Толчки слишком подробно передаются в салон. От семейного автомобиля ожидаешь большего комфорта. Машина добротная, хотя дорогая. 1 345 000 рублей. Но это все-таки настоящий немец.